Уважаемый зритель, в этом сюжете мы коротко представим вам цикл управления наличностью при помощи программного обеспечения Cash Logistics IQ. Это решение предоставляет возможность планировать потоки наличных, прогнозировать их распределение, осуществлять мониторинг за процессом инкассации, следить за отчетностью о потоках наличности в вашем банке. Продукт предоставляет автоматизированные места следующим работникам. Давайте проследим, как осуществляется процесс инкассации сберегательного отделения банка с использованием Cash Logistics IQ. Сотрудник отделения банка при помощи закладки Planning решения Cash Logistics IQ формирует заказ. При этом система на основании прогнозов Forecasting предлагает сумму наличности, период, на который ее должно хватить, и номиналы купюр, в которых она должна быть представлена. Основываясь на этих данных, кассир отделения отправляет заказ на наличность для определенной точки обслуживания клиентов в Cash Point. Старший кассир подтверждает заказ и отправляет его на выполнение. Отметим, что после каждого этапа система Cash Logistics IQ генерирует соответствующий документ. Дилеры просматривают и подтверждают заказы. Риск-менеджер, который осуществляет контроль за инкассацией, на любом этапе может внести изменения в процесс заказа объема наличности. На следующем этапе заказы наличности появляются у кассиров хранилища. Подготавливаются сопроводительные документы и наличность для транспортировки. В системе инкассатор видит запрос на перевозку наличности. Инкассатор получает деньги в хранилище, подписываются документы. Происходит перевозка наличных. Инкассатор передает деньги в отделение банка, подписываются документы. Инкассатор получает возвращаемые наличные, вновь подписываются документы. Происходит транспортировка денег в хранилище, где инкассатор передает деньги кассиру. При этом подписывается отчет о проведенной работе. Итак, мы только что увидели, как решение Cash Logistics IQ применяется на практике. Отметим, что Cash Logistics IQ может быть интегрировано с интеллектуальным средством для сбора информации о происходящих бизнес-процессах, документации и отчетности сервис Desk IQ, решением по видеомониторингу ITMI IQ, модулем Dashboard IQ, который выполняет роль центра контроля для всех интегрируемых модулей семейства IQ, а также системой автоматизации рабочих мест кассиров SmartSafe IQ. Это решение позволило контролировать сеть точек обслуживания, увидеть все точки, требующие загрузки, используя прогнозы, оперативно сформировать план инкассации, наглядно отслеживать статусы инкассации, с минимальными затратами получать все необходимые документы о процессе. Все сотрудники, причастные к процессу инкассации, смогли получить необходимую информацию в режиме онлайн. Контролировать информацию о всех нарушениях, типе нарушения, точках обслуживания, дате, исполнителе. Оптимизировать график инкассаций. Контролировать баланс точек обслуживания. Все перечисленное предоставляет возможность существенно снизить затраты на содержание сети точек обслуживания, банкоматов, автоматизированных сейфов, рабочих мест кассиров. Подробнее о продемонстрированных и других возможностях модуля Cash Logistics IQ вы можете узнать, посетив сайт www.bs2.lt.